Дорогие мои подписчики и гости моего канала, сегодня предлагаю приготовить легкий десерт без выпечки. Будем готовить итальянский десерт тирамису. Какие ингредиенты нам понадобятся для сегодняшнего рецепта? Растворимый кофе. Я подготовила заранее и поставила в холодильник. Он у меня хорошо охлажденный. Амаретто. Это я потом добавлю в кофе. Мелко рубленый горький шоколад. Печенье савоярди, клубника, сахарная пудра и ванильный сахар у меня с натуральной ванилью, жирные сливки, очень хорошо охлажденные. Сливки я взяла жирностью 35%, и в сливки я добавлю кофейный ликер. Сегодня я буду собирать тирамису порционно. Я взяла 3 формочки. Сначала в кофе я добавлю амаретто. Если вы против спиртного, можете этого не делать. Около 1 минуты взбиваем сливки без сахарной пудры. Потом только, когда они слегка загустеют, добавляем сахарную пудру. Сливки слегка загустели. Сюда я добавлю ванильный сахар с сахарной пудрой. Все сразу. Взобью сливки до плотных пиков. Я поменяла емкость для сливок. Они у меня сильно увеличились. Та посуда была уже маленькой. И в крем добавлю кофейный ликер. Я не стала делать крем с маскарпоне, потому что такой крем очень жирный. Я взяла более облегченный вариант, менее калорийный. Вот такой очень приятной текстуры и очень ароматный крем у нас получился. Так как у моих формочек узкое дно, я несколько савоярди поделила напополам. На дно каждой формы я поставила 1,5 савоярди. Я их заранее поделила напополам, так как дно узкое, полное савоярди не поместится. Покажу, как внутри он получился. Вот так он выглядит внутри. Он уже хорошо пропитался. Конечно, верхний слой еще нуждается в пропитке, но уже можно и есть. Остальные 2 порции я поставлю в холодильник. Он получился неприторно сладким, очень вкусный. Советую для этого десерта взять хорошего качества какао-порошок. От этого зависит вкус вашего десерта. Если хотите этому десерту дать более классический вкус, то советую в крем добавлять сыр маскарпоне. Я этого не сделала, потому что не люблю, когда крем сильно жирный. Вот такой вариант этого десерта готовится очень быстро и просто. У меня на все про все ушло буквально 30 минут. Таким был мой сегодняшний рецепт. Надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. А я, как всегда, желаю вам удачного дня, отличного настроения и до новых встреч!